Так, я сначала на свою отметку вот куда пойду. А потом к цветку как раз. Понятно. Ангар какой-то. Спасибо. Откуда я знаю, что тут есть, а что тут нет? Какая-то радужная река. Слушай, а у тебя мутка на визе есть? Так, оружие нашел, кстати говоря. Я у тебя спросил. Я не слышу, кто с кем разговаривает. Ну ладно. Кто стрелять? Я убить. Я убить какого-то вопла. Так разбился и ползал. Это, кстати, был First Blood. Ай-яй-яй-яй-яй! Шаги. Так, мы же там высадились, где нам надо. Тряпки, оружие, нахуй. Надо теперь туда идти. Цветку. А нам засчитали это? Да, вроде. Да. Где побывал, что увидел? Ой, а кто-то уже побывал. А, я просто уже открыл, даже не заметил. Окей. Водопады. Тут вечеринка, что ли? Там чел остался, да? Так, а я, наверное, возьму вот эту ППшку, она мне больше стрелять. А, у тебя нет дробовика? Ебать! Чуть нахуй в дыру не упрыгал, ебать. Нет. Что, блядь, произошло с этой игрой, блядь? Какие-то нахуй дыры в земле, блядь. Хорошая дыра? Что? Я не понимаю, о какой дыре вы говорите. Пойду вниз, а то как-то интересно рассказываешь, что тут это происходит. А, ты там. Под водопад, блядь. Нихуя себе. Это, блядь, мне. Тут все спрятаться.
на туриках, на жмуриках. На тебе. Бих-бих. Бля, аптечку оставить. А, и мы вышли отсюда, да? Так я там ничего не посмотреть даже не успел. Да, так я сразу прыгал. А, вот гейзер. Не знаю, где это семечко. Семечко, семечко. Кстати, тут лама. Где тут, я не знаю, я тут поджигаю. Я хочу обратно. Тебе помочь вам изменить. Да похуй, я так. Давай, попробуем. Ты чё, за ней не гонишься, что ли? Где вам? Я пока по ней палить не стал. Она нас упускает. Так она сейчас исчезнет. Или? Всякие, блять, интересные плюшки. Будешь базуку собираешь? Да ну нахуй она мне нужна. Ну ладно, я... Да, забери. Я чё, блядь, на подравнение. Я спрашиваю. Так, спрей я только что скинул. Так, фургон возрождения тут есть. А, мы вернулись к этой херне, что ли? Куда приземлились? Вот тут у меня закрыта локация, дальше надо глянуть, чё тут. Интересно. Раз мы в зоне. Ой, тут торнадо, что ли? Вы говорили про это? На карте торнадо отмечено. Охренеть, торнадо вернули. Ай, молодцы. Тебе так торнадо нравился? Еще паутину паука верните, вообще будет зашибись. А чего у меня не отмечается ничего? Да, почему у меня не открывается? Вон там ангар какой-то есть, наверное, после него отметить. Это шангар из первой главы, ёпта. Прикинь. Тут кто-то обкончался, наверное, когда мы видели. Сомнительный склад. Палатка. И? Чё, я не могу её использовать? Вы чё, охуели? В принципе, мы можем прям тут сесть и кайфовать. То есть ты мне предлагаешь сегодня зайти и забрать какой-то бесплатный скин, если он еще есть. Пока. И куда мне надо зайти? Просто в магазине это, эпиков он будет. Ну, будем внутри игры. Да, магазин бесплатный, просто за 0 рублей. Там несколько заданий тебе предложат выполнить, но они не ограничены по времени. Угу. О, грибочек прям на крышу можно зайти.
А, блять, а как с крыши слазить-то, сука? Кстати, да. А вот кусты есть, наверное. В кусты, если прыгаешь, это урон не. Ну целься в грибочек, я косой. Так что в принципе я готов буду вот сюда сигануть. В конце. И отстреливаться. Так, тут что-то дробовик. Кто-то тут был. Меня смущает, что никого не встречаю. Кого-нибудь как встретим, так охуеем. Чё, лететь можно? Да, а чипку дадут? Ангара, не? Блян, тут удобно, конечно. А, ну вот сбоку можно шкериться. Если кто-то стрелять будет, топ за другую крышу. Спрятался, да? Ой, там сундук на грибочке, это как это? Интересно. Ворона. О, стрельба. Угу. Где? Много стрельбы. Сесть в куст. Я никого не вижу. Меня это смущает. А, вы ушли уже? Зонт ушла. Мне говорите, я какой-то сонный. Это что такое? Автомат. Возьмем этот автомат. А грибы ебашить можно большие? Тут большие нельзя. Ну-ка я попробую разломать. Бля, в натуре можно. А где фургон-то вообще? А, то есть вот они сейчас отсюда должны пойти. А по ним уже кто-то шмаляет. Пошли гору займем. Спецназ! Блять, в кустах.
Блять, так-то ящик было бы неплохо открыть. Какой? Аирдроп? Да. Не, он далеко. А толку с него? С него сейчас оружие, да чуть-чуть патронов попадает. Пристройки, когда ресы падают, вот тогда полезно. Короче, кто-то явно где-то тут сидит, я так полагаю. Так, мы не в зоне, надо в зоне. Куда? А, давай. А что так можно? Бля, в натуре. Все, я на грибочке спрятался. Не выглядываю. Не палю щи. Вон там бегут. Ага. Вот в той стороне. Видел, пробегал. Все по трое? Да, вот они парятся. Пошли тогда. Они на крыше дома. Одного видел. Вон один рассыпанный, кстати. Короче, что-то как-то страшно. Ёбаное грибное царство. Ага, сейчас будет жесткий замес. Ну мы что-то решили побежать на файт, а я... Ну, вообще вон кусты. Пиздец, блять. Нас. Кусты. Да, кусты — это хорошая идея. И тут, кстати, никого нет. И что, файт начали? По нам. Кто-то зиплайн использует на этом дереве. Внизу этого дерева кто-то все-таки есть. Так, ну кусты пропаленные, да? Артем, за дерево. Вон там их трио, блядь, целое стоит. Я ни по кому не попадаю. Ок. Один вниз упал. На аирдропе один. Артём в зону. Я в зоне. Вон, вон там. Ног. Всё, сейчас будет жестко, блядь. Правильно, правильно, бля. Ах ты сука. Бля, какая хуйня.
Так, у меня отхил. Стой, стой. Да, в зону идем. Возьми меня и понеси, если хочешь. Так. А, ну точно. Флюрповую базуку скинул, возьмите. Да вы чё? Ты куда меня понёс-то? Давай, давай. Да положи ты меня. Зона. Ебать, ты чё нахуй? Всё, беги. За горой снизу сидят. Я хиляю, что вы делаете? Чё около этих кустов сидят? Блять! Вся надежда на вас. Да! Ой, наконец-то. Ой, блять, да. Класс, класс, грац. Я хуй знает, чё какие вам сказать. Вы молодцы, я верил в вас. Но без моего, блять, руководства чёткого вы бы не справились. Я, блядь, серповую базуку скинул, никто не взял. Ой, ща, блядь, мне надо переходить.